Меня зовут Михаил Рыжов, и я не актер. Я не закончил «Щуку МХАТ» и «ГИТИС», ну и, соответственно, не был принят в театр. Вот. Но проще, наверное, сразу перейти к профессии. Я имею порядка 5 несыгранных главных ролей и около 10-11 ролей массовых сцен. Ну, «Принеси стул», «Куш подано» вот из этой серии. Ну, то, что мы, актеры, вот, любим больше всего. Вот теперь хочется очень ответить на вопросы, которые мне не задают. Почему я выбрал эту профессию? Потому что это единственное, что я не умею делать. Смешной случай. Я позиционирую себя как трагического актера. Я помню, однажды мама забирала меня из детского сада, и мы шли с ней домой. Мне было тогда среднее количество лет, это была зима, и это был вечер. И мы шли с ней вдвоем по улице, уже было достаточно темно. Я шел у нее под руку, и на секунду буквально она отвернулась, что-то ее отвлекло, машина или снег упал, я уже не помню. И она поворачивается ко мне, а я вот здесь шел рядом, маленький, поворачивается ко мне, а меня нету. И она начинает меня искать глазами, она бегает и ищет меня. А стоит помойка, крутящаяся такая помойка, и там торчат две мои ноги в помойке. То есть я в нее перевернулся. Это было страшное приключение, и самое главное, что это было темно, это было страшно. И я, как актер, не закончивший театральное училище, до сих пор нахожусь в поиске своего агента, ну и бог с ним. Поэтому я обращаюсь непосредственно к вам, кастинг-директора. Вот здесь контакты моей почты. До встречи на площадке!